чисто. Отбой. Вас понял. Значит, радар брали. 3 минуты до высадки. Эй, Номад, ты живой там, а? Итак, слушайте, господа. На острове замечены значительные силы противника. За нами преимущество неожиданности. Эти корейцы не знают, что мы здесь. И не узнают, кто их убил. Тише, псих! Не отвлекайся! Операция секретная. Задача — найти и спасти. Мы здесь не на войне. Пока. Что? Пророк, известно хотя бы, живы они или нет? Это нам и предстоит выяснить. Связь с доктором Розенталем пропала неделю назад, когда корейские войска заняли остров. 2 дня назад мы приняли сигнал бедствия с судна экспедиции. Кто-то хочет, чтобы его нашли. Группа «Хищник», подходим к цели. Ждите зеленого. Ладно, парашюты, маски. После выброски держите со мной. Раскрытие по сигналу. Внимание, 5, 4, 3, 2, 1. Пошел, пошел, пошел! До встречи на земле! Что? Теперь нам поручили гоняться за какими-то археологами? Ну, впрочем, это пара пустяков. Слышал я об этом парне. Похоже, он действительно раскопал что-то интересное. В любом случае, мы здесь явно не из-за него. Итак, группа, внимание! Штаб переносится на Конституцию. Пока не наладим с ними связь, мы сами по себе. Раскрытие по команде! Давай! Что за черт? Иди! Ломат ранен! Он потерял парашют! Парашют! Чертов парашют! И запасного нет. Держись, парень, ты над водой. Костюм должен погасить удар. Достаточно энергии. Номад, доложи обстановку. Я в норме, только прицел барахлит. Что это было? Не знаю, но ты далеко от зоны высадки. Выбирайся на берег. Иду. Кто-нибудь попал в зону высадки? Похоже, всех раскидало. Перекличка. Псих здесь, уже на марше. Жоп на земле, иду в зону высадки. Ацтек, не вижу твоего сигнала. Ответь, прием. Ацтек, ответь. Черт. Пророк, я на берегу. Ты здорово ударился об воду. Костюм частично поврежден. Нужно провести диагностику. У тебя камера барахлит. Попробуй перенастроить. Недостаточно энергии. Отлично. Теперь все в норме. Ацтек до сих пор не отвечает. Номад, бери шута и ищи Ацтека. Проверь экран заданий. Максимум силы. Маскировка активирована. Максимум скорости. Недостаточно энергии. Осторожен, Номад. Впереди противник.
Пророк, это Ацтек. Как слышно? Слышно хорошо. Доложи ситуацию. Меня что-то ударило в полете. А, Максимум, я застрял в деревьях. Понял. Держись, помощь скоро будет. Маскировка активирована. Максимум силы. Номад, давай сюда! Давай, пошли за Ацтеком! Пророк, я тут не один. Что у тебя, Ацтек? Корейцы. Четверо. Тебя заметили? Нет. Но они близко. Секунду. Что-то... Ацтек, ответь! Матре Сантиссима! Ацтек, заткнись! Живо! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Не убоюсь я зла! Небо! Пророк, помоги! Номад, шут, клеву! Живо! Ну, ну! Номад, включи защиту. Никогда не знаешь, когда она пригодится. Черт, что это? Максимум брони. Боже, что же тут случилось? Ты слышал? Не нравится мне это. Черт! Сукин ты сын! Шут, ответь! Что с Ацтеком? Мертв, босс. Твою мать! Черт возьми, что там случилось? Я не знаю. Но, сдается мне, мы там не одни. Кто у вас там? Корейцы? Никак нет, сэр. Есть четверо мертвых корейцев, но убил их явно не Ацтек. Их прикончило что-то еще. Разорвало на части. Вот ведь. Ладно, воздайте почести и идите. Встречаемся на месте высадки. Как насчет Ацтека, сэр? Оставить его тут висеть? Никак нет. Я его уничтожу. Костюм не должен попасть в руки корейцев. Отойдите. Черт, никогда не привыкну. Адью, амиго. Шут, займись его костюмом и замети наши следы. Номад, отправляйся в зону высадки. Понял, босс. Выполняю, пророк. Что за чертовщина? Маскировка активирована. Максимум силы. Подожди-ка, впереди какое-то движение. Включи маскировку. Маскировка активирована. Корейский патруль. Разберись с ними тихо и по-быстрому. Thank you.
что пропала связь со штабом. Отказала вся система тактической обстановки. Похоже, корейцы включили глушилку. Где-то в твоем районе. Найди и отключи. Ясно, пророк. Выполняю. Вижу большую антенну. Похоже, это и есть глушилка.
захвачена противником. Мы с психом идем к источнику сигнала. Номад, впереди корейский КПП, тебе придется с ним разобраться. Принимай координаты. Понял, пророк. Большое скопление противников. Не светись. Если ты попадешься, они вызовут подкрепление. Номад, поступило сообщение, что штаб корейцев находится на восточном мысу. Ты должен проникнуть туда и собрать сведения об их укреплениях. Передаю координаты. Понял.
нас на пути корейский КПП. Прорваться будет непросто. Собери все гранаты, которые сможешь найти. К линии обороны. Попробуй прорваться с помощью гранат. Понял, иду.
максимум силы. Недостаточно энергии. Вовремя ты пришел. Ну, что скажешь? Похоже, кому-то крупно не повезло со швартовкой. Похоже, мы в тупике. Да, со штабом связи больше нет. На острове слишком сильное статическое поле. Эй, босс, смотри сюда! Хорошая карта. Смотри, район выделен. Похоже, раскопки были именно в этой долине. А ты уверен? Я нет, но это все, что у нас есть. Надо идти. Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь. В сказки про найти и спасти я больше не верю. Ага. Интересно, откуда корейцы взяли этот проклятый луч? Точно! Похоже, мы вляпались в какую-то дерьмовую фантастику. Я уже рассказал вам все, что нужно. Полная чушь! И ты это знаешь! Астек мертв! А мы даже не знаем, что его убило! Я сам видел, босс. Его разорвало напополам. И с чем же мы тут имеем дело? Явно не только с корейцами. Шут прав. Если бы Розенталь был простым придурком, нас бы тут не было. Замолчи, псих! Вы все знаете. Задача найти людей, этим мы и займемся. Выходим немедленно. Что за... Это приказ. Что-то есть! Шут попался! Надо идти! Надо идти! Живо! Вперед! Ну, ну! Видишь его? Куда он ушел? Сюда! Вперед! Ну! Вот черт! Ты это видел? Держите курс! Надо найти Шута! Идем на восток! Вперед! Вперед! За ним! Живо! Живо! Вперед! Надо искать Шута! Идем!